Мы, пенсионеры, уже вообще не сможем платить за квартиру. За двухкомнатную квартиру отдавать 9 с лишним тысяч – это много. Несколько минут до старта, а люди все идут. Согласованный митинг против роста цен на тарифы ЖКХ проходит на периферии, в сквере, на Потоке. Протестовать в центре города организаторам не разрешили. Судя по количеству собравшихся, та проблема, против которой мы сегодня вышли, не зависит места, где мы будем проводить. И сегодня пришли люди, чтобы выразить свой протест. Помимо барнаульцев, на митинг приехали жители Заринска, Первомайского района, отдаленной Кулунды и Рабова. Резкий взлет тарифов на коммуналку объединил практически весь край. Невозможно тяжело, потому что те дотации, даже которые пенсионерам дают, это смешно. Если бы только повышались тарифы на ЖКХ. Цены, к сожалению, везде и во всем растут. В этом главная тяжесть. Рост ЖКХ, который совершенно ничем и никак не оправдан, и совершенно никто не отчитывается перед людьми, куда пошли эти деньги, и только все больше, больше и больше, уже, конечно, всех очень сильно напрягает. То есть нужно как-то все-таки поворачиваться лицом к людям. По оценкам организаторов, протестовать вышли более 600 человек. Полицейские назвали цифру в несколько раз меньше – 270. Тем не менее, известно, что на мероприятии удалось собрать около 400 подписей за снижение тарифов. Многие горожане посчитали митинг хоть и полезным, но не совсем своевременным. Этот митинг надо было проводить тогда, когда только подняли вопрос о том, что будут самый высокий процент тарифов у нас на Алтае. Самый бедный регион и самый высокий процент за тарифы. Нужно было это делать в ноябре. Сейчас вот это просто, я думаю, пафос какой-то, что ничего не будет. Если возвращаться к ЖКХ, ощутимо? А ЖКХ-то что, конечно, ощутимо. Ну куда годится? Вы послушайте, что они там делают. А толку-то на что? Да, ну, даже говорить. Известно, что практически параллельно с барнаульским митингом в Камне-на-Оби прошла аналогичная акция, тоже согласованная. А что касается Бийска, то организаторы уже третью неделю не могут согласовать митинг с властями. Провели несогласованный, выразили протест в гайд-парке, где можно собираться до 100 человек. На акцию вышло 40 бийчан. Кстати, все собранные под резолюции, принятые на митингах подписи, организаторы направят в правительство России, прокуратуру, антимонопольную службу и еще ряд ведомств. Всего в резолюции 8 пунктов. Один из которых требования лишить руководства регионов возможности дополнительно повышать тарифы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.